Всем добрый день. От компании Resport пришел остаток заказа, который мы оформляли в рассрочку. Вот. Это, в первую очередь, перчатки боксерские. Я стараюсь каждый заказ делать какие-то эксклюзивные спортивные вещи для того, чтобы поощрять членов сборной именно за те спортивные результаты, которые они показывают на всероссийских соревнованиях. Поэтому перчатки сегодня уйдут одному из воспитанников. Он знает, кто это, но он, правда, любит косячить. Но в любом случае обещал. Далее. Пришли у нас, получается, для тренера накладки для лоу-кика. Они, правда, тонкие. Но тут вставлен, я так понял, серьезный прочный материал. В общем, посмотрим, на что они способны только тогда, когда тренер оденет, ему ударят лоу-кик. Больно это или не больно? Далее пришли 6 утяжелителей, они универсальны у нас. Это что для рук и для ног. Также пришло 2 жилета с утяжелителем. Вес каждого 20 килограмм. Я немного перестарался. В следующий раз закажу, наверное, 10-15 килограмм. Потому что действительно тяжело. Ну и самое главное, пришла у нас подружка для измерения силы удара. Каждый воспитанник должен знать силу своего удара. Обращаю ваше внимание, тут показана сразу сила, резкость удара и энергия удара. Все это измеряется в джоулях. Вот. В ноябре сдача зачета по физо для всех воспитанников клуба и взрослых, и детей. Это упражнение войдет, будет там 2 упражнения: боковой, сила удара и, соответственно, сила прямого удара. Будет в самопоходке. А так, после каждой тренировки надо пробовать себя и смотреть из раза в раз, идет у тебя показатель вверх спортивный или нет. Ну что ж, попробуем. 162 килограмма у меня сила удара. Измерение не настолько долго задерживается, но постараюсь что-то изменить. В общем, пользуйтесь тренажером спортсмена клуба Ярополка. Всех остальных желающих мы ждем в нашей беды.